много о ценах в Норвегии на сало. Вот наша почеревина тунрибы 299 ноков, $30 килограмм. И магазин мини. Рядом от другой фирмы тоже вот оно, свинрибы, тоже почеревина 219. Ну, это престижный магазин, он более дорогой. Сходим сейчас в более дешевый. Посмотрим, почем там цены на свиные. Ребрышки, или почеревины, точнее. Сало с ребрами. Зашли в другой магазин в Киеве. И здесь у нас сало дешевле, больше, чем в два раза. 99 ноков за килограмм, $10 за килограмм. Вот, почеревинка. Даже тут с ребрышками, чуть-чуть с мясом, со спиной. Вот, на выбор. Вот одна почеревинка, там с мясом. Выбираем. Но самое интересное, вот еще витрина. Свин рыбы 99 и свин тин рыбы. Вот они. 79, 80. Идемте дальше, в следующий супермаркет. Это $8 килограмм. Сало, почеревина, сало с ребрами. Магарай, какой кусочек выберите. И вот мы зашли в магазин Рэм. Смотрим, почем здесь у нас сало с ребрами, почеревина. Вот они тут выбирать можно, разных фирм. И мы начинаем ценники читать. Так, тин прима 79, риба какие-то там другие 74, тин риба 109. От 7 с копейками евро до 11 евро. Это мороженое. Там мы впереди что-то видели. Это нам ждать надо. Но мы сало хотим сейчас. Сегодня. Вот 79,90. Прима тинрибы. Он сало. Так, как оно тут открывается. Вот, смотрите, какое сало. Упс. Уже в маринаде. Можно еще подсолить его и добавить. Вот мы его как раз и выберем. Смотрите, ох, какое замечательное сало. Сейчас какой-нибудь из этих кусочков выберем. Там было по приемлемым ценам сало. Оно уже было с перчиком. Мы его присолили. Нашпиговали чесночком. Приправками натерли. Свернули в рулетик. Поставили в духовку. И запекается. Ну, чуть-чуть сальца. Мы жарили на сковородке. Коля уже половину съела. В мини сало в 2-3 раза сегодня было дороже. И вот наше сало готово. Мы его запекли. Это уже остыло. На вкус очень замечательно. Приятного аппетита. Смачного вам.